Всем привет, народ! С вами дядюшка Дакот, и вы на канале Страшные Видео. Так как Дима продолжает болеть, сегодняшний выпуск опять буду озвучивать я. И если вы готовы увидеть страшные видео, тогда подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и мы переходим к самому интересному. Это видео было снято западным ютубером, который решил выполнить челлендж и провести ночь в доме, где, по слухам, обитает нечто паранормальное. Сам же автор вначале заявил, что он не особо верит в мистику и паранормальное. Однако с наступлением темноты в этом доме начали происходить странные вещи. Вот, смотрите. I thought I heard a bang. Well, that's weird. All right. Anyway, I'm here for my 30-minute alone challenge. Could still hear a little bit of rain on the house, so we'll see if we capture anything. Однако на этом странности не закончились, ведь когда парень решил пройтись по комнатам, можно услышать некий жуткий голос, который позвал этого парня по имени, а после прямо у него перед лицом пролетел баскетбольный мяч. Holy crap! Are you kidding me? Holy crap! После произошедшего парень решил покинуть эту заброшку, а под этим видео он добавил, что никак не может объяснить происходящее. Хотя некоторые комментаторы все же обвинили автора в постановке и написали, что он специально все подстроил, чтобы добавить интереса к самому видео и привлечь больше новых зрителей. Это видео было снято и загружено на сайт Reddit парнем по имени Дэниэль. В описании сказано, что Дэниэль со своими друзьями приехали в арендованный дом, где они репетировали свои песни. Однако в один момент можно заметить, что в кадр помимо ребят попало лицо жуткого существа, которое выглянуло из-за телевизора. После того, как ребята пересмотрели запись своей репетиции и заметили это существо, они были просто в шоке от увиденного. А также они добавили, что во время съемки, кроме них, в доме точно никого не было. И после того, как это видео попало в интернет, многие начали писать, что ребятам удалось снять на камеру настоящего призрака, который явно был недоволен тем, что его кто-то потревожил. Это видео было снято молодым врачом в городской больнице штата Коннектикут. Как рассказывает сам парень, он остался на ночное дежурство. И в то время, как автор делал вечерний обход, он заметил нечто очень странное. А именно жуткое лицо девушки, которая стояла в коридоре и после растворилась в воздухе. Сперва парень подумал, что ему это показалось. Но включив камеру на телефоне, ему все же удалось запечатлеть это существо.
Как мы можем заметить, в кадр действительно попало жуткое призрачное лицо, которое выглядывало из-за дверного проема. Но что самое интересное, это то, что позже автор добавил, что в этом отделении пару дней назад скончалась молодая девушка, которая не пережила операцию. Это видео было снято молодыми парнями на окраине Мексики. Во время вечерней прогулки ребята услышали странные крики, которые доносились из темноты. Сперва парни подумали, что кому-то требуется помощь, и решили пойти на источник криков. Однако, подойдя немного ближе, парни заметили жуткую женщину, глаза которой светились в темноте, а на ее лице была жуткая гримаса. Эта жуткая женщина приближалась к парням все ближе, при этом издавая жуткие крики. Но ребята, в свою очередь, решили бежать подальше от этого существа. Однако, что это было, понять так не удается. Некоторые писали, что это была настоящая ведьма, которая пыталась приманить этих ребят к себе поближе. А другие уверены, что эта женщина и вовсе является зомби. Эти видео были сняты на камеры наблюдения, установленные в дорогом особняке. И как указывает автор видео, этот дом уже несколько лет не могут продать. Автор написал, что после смерти родственника он получил в наследство дом. Но так как этот дом ему не нужен, тот решил его продать. Однако, как только покупатели приезжали на осмотр дома, тут начинали происходить странные вещи. А именно, некоторые предметы перемещались сами по себе, а из разных комнат доносились жуткие грохоты. Однако это еще не все, ведь вторая камера, которая установлена в гараже, тоже смогла запечатлеть паранормальную активность. Вот, смотрите. После произошедшего парень выгрузил данные видео на разные форумы, в надежде, что кто-то сможет ему помочь. И многие написали, что в этом доме обитает полтергейст или же призрак прежнего владельца, который явно недоволен тем, что этот дом будет продан. Зрители посоветовали парню обратиться к экстрасенсу или даже лучше к церкви, где ему, возможно, смогут помочь избавиться от этой нечисти. Это видео было снято на экшн-камеру молодым парнем, который вместе с другом спускался с горы на велосипеде. Однако в один момент можно заметить, что прямо из ниоткуда посреди тропинки появилась темная призрачная фигура, которая после тут же исчезла в никуда.
Заметив это существо, парень сперва подумал, что ему это просто привиделось. Однако, когда он уже дома пересмотрел отснятые кадры, он был немного в шоке. Ведь на кадрах четко видно, что это существо действительно там находилось. И после того, как это видео попало в интернет, некоторые написали, что это может быть призрак человека, который, возможно, погиб на этом участке дороги. Это странное видео было снято ночью на дорожную камеру наблюдения. И поначалу может показаться, что тут не происходит ничего интересного. Однако в один момент можно заметить небольшую белую фигуру, которая движется по трассе. И спустя пару секунд из ниоткуда появляется яркое свечение, которое после исчезает вместе с этой человекоподобной фигурой. К сожалению, автор данного видео после его выгрузки не дал никакой обратной связи, поэтому где было снято данное видео, также неизвестно. Однако зрители, посмотревшие этот ролик, писали разные предположения по поводу произошедшего. Одни были уверены, что в кадр попал путешественник во времени, а другие считают, что какого-то человека похитили инопланетяне, а также некоторые написали, что это было явление ангелов. Однако, к общему мнению, никто так и не пришел, и что это было на самом деле, остается лишь предполагать. А если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте большие пальцы вверх, а также подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ну а с вами был Дядюшка Дакот. Всем удачи и до скорого!